Ребята, я нашел. Я нашел вот это вот. Я нашел патроны для нее. Я даже не думал, что здесь могут быть патроны. Я не знаю, что может быть тут, конечно. Вряд ли здесь, конечно. Стоп. Вот теперь-то я точно пройду. Вряд ли уж. Хотя вряд ли. Такое сложное задание. Я, конечно, не знаю, есть ли тут враги вот эти вот. Обычно в этих казармах тут врагов. Да хрена. Блин. Тихо, тихо, тихо. Гадина. Я рискну. Нету. Тут было сейчас хорошо, что он во мне не попал. Со снайперкой туда хожу, офигеть, я, блин, совсем за жизнь не слежу. Кстати, сегодня в этот раз получилось чуть лучше. Вообще без повреждений как-то. Не, у меня повредили, конечно, немного. Но, так, я лучше возьму вот это вот побольше патронов. Будет побольше патронов, там уже мало, хотя, может до конца использовать. Так, давайте-ка... Нет. Все-таки повременю я с аптечкой. Я сейчас возьму, я сейчас вот... Где она? А, ну, вот это вот. Да использую до конца, что уж там мелочиться-то. Что уж там мелочиться-то по этому самому-то? По патронам-то. У нас снайперка есть, послужим. Так, стоп. Могут. А то вдруг опять там будет. А сейчас проверим. Такс. Давайте помониторим по врагам. Здесь врага я, кстати, убил наверху. Мне повезло. Так, где еще враги? А, блин. Так надо сделать, так, где я? Так, знаете, я что здесь по... Я еще здесь уже, кстати, посмотрел. Что странно, знаете, что? То, что вот тут вот есть враги. Здесь два врага на смотровой вышке, и здесь два врага. Мне такое ощущение, что они не просто тут так вот стоят, вот просто для красоты. Такое ощущение, что они здесь что-то охраняют, очень мне такое полезное. Но мы сейчас все равно пройдем. Сейчас посмотрим. Так, вот враг один, надо его, кстати, грохнуть. А то он мне сейчас всю малину попортит. То есть он мне сейчас малинку попортит, поэтому я сейчас его грохну со снайперки. К тому же у меня патронов до хрена для снайперки. Это очень хорошо. Так, где он там ходил? Так, вот он. Гадина. Так, вот там вот еще сейчас этих вот убьем, чтобы они нам не мешали проходить по стелсу, чтобы они нам путь не загораживали. Как не упасть? Да, вот здесь я мужика убил. Здесь вот они что-то защищают. Сейчас у нас патронов-то и хватает. Сейчас я надеюсь, наверное, им шлепну все-таки. Сейчас вот
там про монитор, и еще сходим туда, посмотрим, что там. Вот там один снайпер грохнул, там вроде бы снайпера нет, так, остается только тогда эти грохнуть. Держи раз, держи два, держи три, держи четыре. Так, все, почистили. Так, давайте еще... Всякий, пожалуй, еще этого шлепнем. Так, ну, в принципе, все. Врагов не осталось, что ли? И у меня еще патроны остались для снайперки. Ну все, здесь дайте еще на всякий случай, на всякий пожарный. Штаб охраны. Казармы. Маленький склад. Маленький, прям вообще чуть-чуть. Да, ну все, мы всех убили. Тут вообще чисто стало. Это вообще на наша база, наша точка, наша крепость. Это не вся, тут еще враги остались, наверняка. Надо будет... Не буду это защищать, нафиг надо. Я бы оставил все казармы, но сыкую. Ой, это откуда? Вякнул, что-то сказал. Стрелял откуда-то. Здесь врагов не будет. Здесь уже на нервах. Баг, что ли, какой-то? Да вы издеваетесь, что ли? Они издеваются. Так, подождите, тогда... Тогда, возможно, вот там вот они. Хотя я сейчас попробую здесь припрыгнуть. Может, получится. Кажется, они вот из этой вот штуки где-то там стреляли. И... Блин. Чёрт. Да блин. Перепрыгнул, не знаю зачем. А зачем я туда перепрыгнул-то, кстати? Ну-ка, подожди, блин.
Перепрыгнул я туда, потому что пробираться нам все-таки через эту фигню. Нам все-таки через эту фигню надо пробираться. Ну ладно, пошли. Ух ты! Говно. Он даже эту ленту не заправлял. А она все равно не полная. Лента, я имею в виду. И патроны. Так. Блин, хорошо, что я туда зашел. Я просто боялся, что там в этих казармах враги сидят, потом патроны меня ждали. В прошлой серии, блин, целый час, блин, потратил. Целый час потратил на прохождение. Фу, не успел. Так, может тут кто-нибудь? Ага. Блин, а, попал все-таки. Ох ты, больно-то как, подожди. Как больно-то он не отнял-то, а? Поправился здоровье. Надеюсь, меня сейчас не шлёпнут. Если шлёпнут, будет плохо. Опа. Опа. Чё тут здесь стекло? Так, я вот под это не буду светиться. Я найду ее. Кого найду? Че, все что ли? Опа.
здании я нашел бомбоеголовку. Она демонтирована, но она полностью демонтирована. Наведи на нее свою камеру. О боже, мы нашли это во время обнаружения. Она создала портативную бомбу, маленькую ядерную бомбу, которая помещается в обычном чемодане. Хотя она и очень маленькая, это все-таки ядерная бомба, она все еще опасна. Аня, Эк бежала. Она летит на вертолете. Отследите ее движение. Черт, где мой транспорт? Здесь располагался завод по очистке плутония. Сейчас там находится исследовательский центр, занимающийся противоракетной защитой. Это как-то связано с ЭК. На заводе все еще есть работающий ядерный реактор. ЭК, скорее всего, захватил этот комплекс. Мы засекли этих солдат. У них не такая форма. И посмотри, совсем недавно здесь произошла перестрелка. Мы высадим тебя рядом с комплексом. Ты должен проникнуть в пост охраны вокруг поста связи. Гаррисон, четверо человек и я сама высадится при помощи вертолета. Сейчас я отправляюсь к вам навстречу. Когда вы захватите пост связи, мы сможем получить доступ к компьютерной сети завода, и тогда я узнаю, что она собирается сделать. Фу, блин, я прошел все-таки, блин. А сколько я в прошлый раз, сколько, блин, мучился из-за того, что мне не хватало патронов для снайперки-то. Да и не из-за этого, из-за того, что там просто, я не знаю. Там капец просто какой-то был. Так, стоп. Что я там... О, у меня есть дракон... У меня хоть драконов есть здесь. И чё, полями? Ушёл бы сейчас. Там здание какое-то охраняется. Так, стоп, чё я... Давайте по мониторим, так смотрю. Так, вот здесь мужик, тут мужик, два мужика, тут еще казармы есть. Еще и тут! Еще и тут! Да вы обосрались! Были движения чертовы. Мне сюда надо в первый раз. Подожди. Что у нас по заданию-то? Не выполнено. Охранять зону размещения для... Еще и Аня сейчас прилетит, да? Ее еще надо будет защищать, да? Ой, как вас много тут! Ой, как вас тут... Капец, вас тут много! Какой кошмар! Вот только посмотрите, сколько их там ходит! У меня патронов не хватит! Просто патронов на всех, на вас не хватит. Хотя, если я сейчас не буду тратить их, то, в принципе, может и хватить. Сейчас не буду тратить драконова. И вот я его спрятаю, я его так называю, потому что мне так удобнее. Так, стоп. Я хочу... Значит, я сейчас иду сюда, да? Здесь еще камера. И один патруль. Два патруля. Три патруля. А, нет, это камера. Значит, здесь два патруля ходит. Окей. Ну, с ними-то я, надеюсь, я справлюсь. Только для этого я беру. А, мне не дали, понятно, трещотку.
бежать я не смогу. Так, он сдохший. Это вообще новый. Так, один сейчас идет сюда. Да их все-таки трое здесь было. Просто он не сразу вышел. Ё-моё. Фак. Они под крышей, оказывается, были. Вот почему их не видно было. Пока. Пока. Эту камеру. Что это вообще? Сопля. Thank you.
вообще. Так, есть. Серьезно, надо было обходить так. Гадина. Я вот так и знал, что здесь кто-то будет сидеть. Так, у меня нету личных, да? Сволочь. Я же готов не был. Я же готов даже не был. Я сразу выхватил первое, что попало, если я просто стрелял бесконечно. Блин, оно слабое. Ой. Ой. Пошел вон. Фу, мне хватило вовремя. Ой, два патрона всего лишь. Куда это хожу? Мне еле-еле хватило прям в точь, прям в точь-точь патронов. Если бы на одно не хватило, я бы мог быть мертвой. Полностью сдох. У него там может быть напарник. Конечно, у него тут напарник. Да. Сдох. Там аж у него что-то три напарника даже. Оружие свободы. Где оно? Блин, где оно? Вот оно. Эх. Пошёл вон. Не тыкается. Не тыкается. Пошёл вон. Я же говорю, это самое мощное оружие вообще из дробовиков. По крайней мере. Нифига он выжил. Моя любимая. Yeah.
Блин, нифига себе, он напугал, фу. Он напугал меня. Фу, блин. Я ж тут чуть тапки свои не оставил. Надо быть. Точка вот здесь будет. Капец, там, конечно, много их. Просто жопа. Это трое. Останется, если я того сейчас грохну. Снайпер, ой, да, снайпер. Блин, уже. Блин, патронов мало. Что? Я хочу, знаете, что сделать? Я хочу убить как-то того вдалеке. Там далеко, далеко, вот там вот мне. Надо как-то. Скотина, а? Черт возьми. Читеры. Сигнал. Нафиг мне этот сигнал. Серьезно, нафига мне этот сигнал нужен? Да, сейчас всех там расстреляю, я надеюсь, конечно, на это. Хотя труба мешает огромная, блин, вот это вот тут. Да, тут большая часть занимает тут самый. Так, ты сразу уходи.
большая часть закрыта. Блин, от глаз. Пушка радара. На самом деле, закрыта больше, блин, большая часть. Уже нет. Если я туда пойду, на меня накинутся. Да? Нет. Я вылечусь. Нею. Так, тихо. Где у меня этот? Вот он. Так, башка торчит. Да? Да. Он лег, да? Да нет, он сдох. Он окончательно сдох. Так, вот там мужик стоит. Пошел вон. Так, уже к тебе коронавирус пришел. Так, тихо. Тихо. Стоп. Стоп. В смысле они не попали? Точнее, я не попал. Я ж точно в цель кидал. Ну, теперь будет сложно. Где? Он теперь сюда идет.
уничтожьте всю вражескую что-то там. Как они все уничтожены? Я бы рад был. Разве мне это легко дадут сделать? Может, здесь будет снайпер? Если будет снайперка, то... Нет, какая здесь снайперка будет. Не будет тебе никакой снайперки, ясно? Говорят мне. Еще захотел, говорят. Знаешь, ты чё побежал-то, а? Я тебе сейчас... Так, осталось меньше два. Так, этот сдохший. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. Ну, одного-двух я вроде... одного-двух я, может быть, и... Может, даже трех с гранаты уложу. Почему до сих пор же мертвого показывает? Ты бегаешь -то. Нифига. Ты как решил пойти? Ты решил по кругу пробежаться. У тебя какой-то особый... маневр. По кругу перед тем, как на врага держась, ты по кругу бежишь. Большую часть сил ЭК. Они шастают здесь, как крысы. Аня, Гаррисон, мы должны отправиться под землю. Нам нужны данные разведки. Я получаю доступ к сети. Вскоре ты получишь все необходимые данные. Леонард, возьми 5 человек и прочеши весь сектор. На Кочи Скиннер, идите с Джонсоном и найдите вход в подземный комплекс. Уоррен, я останусь здесь и прикрою Аню. Ты радна. Джонс, наша главная задача — найти бомбу. Когда вы это сделаете, возьмите зону под контроль и ожидайте моего прибытия. Я лично займусь нейтрализацией бомбы.
ты? Дэвид, ты настоящий профессионал, но для этого понадобится что-то больше, чем просто нож и пулемет. Я же не зря в течение 3 лет изучала электронику и ядерную физику. Здорово. Если ты увидишь это... Не волнуйся, мне нужно сделать только один выстрел. Я получила доступ к данным охраны. Вот как Эк проникла сюда. Она подождала, когда будет сменяться вахта, и под видом новой смены отправила сюда своих людей. Они взяли под контроль систему охраны и вентиляции, заблокировав тем самым всякий доступ к комплексу. Сейчас я пытаюсь лишить Эк доступа к системе охраны, но на это уйдет время. Какие-то системы еще работают? Боже, прости, Дэвид, сейчас работают орудия охраны, но вскоре они будут отключены. Будь осторожен, ее люди могут быть где угодно. Помни, ты должен найти бомбу и ждать моего прибытия. Убей Эк, если ты найдешь ее. Капец. Ладно, на этом пока все. С вами был Драгар, это... Это игра Project. Иги Project, вроде бы так она называется, блин, опять. Вот, на следующий. В этот раз я две части аж прошел. Для меня это даже для меня это удивительно. Я думал, что я на той части прошел, ну, это самое, профукую, но я все-таки сделал это. Ну вот, короче. В следующей части увидимся, продолжим. А пока что всем пока. С вами был Драгар. До встречи в новых сериях.